Ну-ка, раз. Здесь, ребят. Просто проверяй звук. И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи сегодня с вами этим утром ваш усатый Альберт Вескер. Но это Jurassic World Evolution. Мы продолжаем сегодня задебаться квестами и открывать все новые и новые зоны сюжетные, получать новые сюжетные локации, уведомления, лазейки. Это необходимо, чтобы просто собрать всю сюжетную арку по компании, как раз таки посвященной именно юрскому миру. Прежде чем мы отправимся, конечно, на Сорна. Да, я вспомнил, что я все время говорил, что надо будет уже идти на Сорна, делать там свой остров и так далее. Тем более у нас с вами теперь есть большая электростанция. Но мы с вами сейчас сначала, знаете, как сделаем? Мы объездим по всем островам, посмотрим, что у нас еще не открыто, прежде чем лезть именно в Сорна. А тем более к доктору Ву на Восточный берег. Я считаю, что сначала нужно все подготовить, все узнать. Так. Отключение электроэнергии. Так. А, я хотел вот эту всю зону перестраивать, кстати. Ну, с другой стороны, у нас там, по-моему, все квесты сделаны. А, нет, не все. Интенсивная регенерация. У этого все получено. А вот у этой не все. То есть действуем сейчас чисто по научному направлению. Хорошо. Геном пуянозавра. Ну давайте добудем. Так. Пуянозавр нужен. Сейчас дал. Так. Пуянозавр, хуянозавр. Пуянозавр. Велоцираптор. Цератозавр. Глимим. Ну, кстати, глимим бы еще надо прокачать бы уж, если на то пошло. Ладно. Добавить задачу. Добавить задачу. Запрос принят. Отлично. Так. Значит так, ребят. У нас здесь деньжата еще, конечно, копятся. Я бы здесь все бы уже просто позакрывал и сюда бы сделал здесь огромный вольер. Реально. Но пока рановато. У нас есть мерикантозавр. Он, в принципе, здесь неплохо живет. У нас есть кармозавры. У нас есть один глинин. Все, в принципе, всем хорошо. То есть, хотя вот... Нет, глимиму все хорошо. Может, конечно, так и оставить, просто... Кстати, а что я тут сижу-то? Надо же... Что я здесь сижу? Надо брать контракты. Мой вам совет. Берите контракт. Не беру, спасибо. И у меня уже прокачанный. А вот кто у меня не прокачанный, так это доктор. Джакарта. Хочу сделать вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. То есть сможете, но зачем? Принято. И я даже знаю, где добыть ее. У нас как раз да, есть такая. Да, да. Обычно первая ошибка самая серьезная. А с чего все начиналось, как не с доисторической ДНК? Ладно, это я так, к слову. Вам решать. Обожаю. Вот, слушайте, я реально обожаю Джеффа Голблюма. Ну, он, конечно, не Уолтер Матау, но тоже прекрасно. Получить новый геном. Подождите, новый геном? А что у меня не добыто? 50%. У меня ведь что-то есть же, наверное, что не изучено 50%. Насуроцератопс у меня не изучен. Насуроцератопс. Вот сейчас и будем его прокачивать. Красота. Вот сейчас и отправим экспедицию как раз таки. Так. Извлечь. 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 О, дилфозавр. Извлечь. Насуроцератопс. Барионикс. Барионикс. Мелакант. Насуроцератопс.
А где он? Так, пахиозавр, акилозавр, энбантозавр, стутиарин, хосмозавр, тарозавр, майозавр, трицератос, статозавр, пахиозавр, деоних, пацура, цератопс. А где он у меня? Здесь я сюда был, тут сюда был, добыл. Был. А, вот он. Он в единственном месте у меня, что ли? Что за издевательство? Не поверю, что он в единственном месте. Хотя, с другой стороны, что остается? Так. Ну и опять за хуинозавром отправляем экспедицию. А что остается? Опять же. Так. Нам нужен 90% хуинозавра. То есть, да нас уроцератовсом будем гонять все остальное. Я бы вот это сейчас бы начал бы уже перестраивать по полной. Реально. Просто потому, что легче поставить отель. Легче поставить отель. И сделать вот зоны по путешествиям здесь. И все. Путешествуйте себе сколько хотите, все хорошо. Но с другой стороны, здесь неплохо встает все это дело, как раз таки. Магазинчики, вся эта красота, вся эта приблудина. Хотя, в принципе, если вот здесь сделать сразу вот эту вагонетку, а здесь вдоль аккуратно проложить дорогу и вдоль нее вот все эти магазины, в принципе, можно выжить намного больше, кстати, ведь, по сути, денег. Чем вот здесь, вот здесь и вот здесь, из-за этого вот перераспределения. Новый геном дилофазавр. То есть у меня полный геном дилофазавр теперь. Прекрасно. Толк от этого ноль. Но деньги у нас идут. Давайте так с вами договоримся. Если за период, пока мы здесь выполняем задание, вот эти, вот чтобы просто получить новый доступ к новым костям, вот в этом парке мы получаем 100 миллионов, то есть накапливаем вот здесь вот, то я делаю небольшую паузу по квестам и вот перестраиваю весь этот парк. Если не накапливаем, ну, значит не накапливаем. И переходим в другие зоны. Просто потому что, ну, смысла я не вижу. Так, извлечь. Продать. Извлечь. Чингиза... Откуда у меня чингизазавр? Мне нужен хуенозавр. Подождите, а я точно хуинозавр беру вообще? А, они вместе в одном зоне. В одной зоне. Но за завр... Мне, в принципе, хватит там его. Хотя, в принципе, давайте его еще добудем. На 40 цератопсов, в принципе. Надо, конечно, бы все добыть. Все зоны. Давайте надо... Так, подождите, где... Во, надозавр. Отправим еще раз к надозавру. Надо добывать все эти кости, камешки. Сегодня будет короткая серия. Горс приближается буря. Ну, спасибо. Так. Так, и, кстати, у нас должна была... О, но уже способный геном получили. Прекрасота. Научный отдел благодарит вас. И я тоже. Да не за что. Всегда рад помочь. Вы видите небольшого троянного динозавра? Небольшого. Из яйца в лаборатории Хэммонда. Мне только что доложили о новом контракте, который очень поможет научному отделу. И тут речь не только о лояльности. Ваша выгода тоже очевидна. Ну, это понятное дело, чтобы я выгода чем. Я даже знаю, что это за выгода. Поэтому давайте сразу сделаем глимину. А чё нет, мы можем же. Он маленький, небольшой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это плохо, это плохо. Чёрт. Это плохо. Если там смерч, то это кошмар. Что вы гуляете?
тут смерч на улице, они тут гуляют. Спятили совсем, что ли? У нас тут повреждения лютые. У нас сейчас тут катастрофа будет первого масштаба. С дороги, с дороги! Надо быстро все чинить. Быстро! Пока хищники не выбрались на волю. Да едь уже! Едь! Как тут сигналить? Какой клаксон? Да... Давай! Что ты такой медленный? Ограждение сломано. Но это я уже понял, где оно примерно сломано. Давай! Давай, давай, давай! Надо успеть все починить до того, как они выберутся. Не говорите, что кто-то вы... Добавить задачу. Кто выбрался? Никто не выбрался. Так. Все, давайте теперь выбираемся отсюда. И занимаемся починкой электросистем. Давайте подъедем к убежищу. Так, все, вот здесь мы. Так, закрыть все убежище. Господа, приносим извинения за все неудобства во время недавних аномальных явлений. Все. Давай, двигайся. Я хотела сказать, что очень ценю все, что вы сделали для научного отдела. Вот, уже сказала. Спасибо, сказал и молодец. Не постеснялась. Так. Так. Не знаю, кто кроме вас сможет справиться с этим контрактом. Я это знаю. Правда? Ну, не совсем правда, но кому какая разница? Да любой сможет, если уж на то пошло. Так, еще вижу. Пока энергоснабжение недоступно, не подключено в полной мере. Конечно, мы тут поставили много систем по обеспечению всего необходимого, но этого, видимо, пока еще недостаточно. Этот ураган прям все карты подпортил. Я думаю, будет легкий ветерок, может быть, какой-нибудь. Или почему не подчинил? Денег полно. Да. Отлично. Управление. У нас много что повреждено, но главное, что работают коды. Ну, работают ограждения. Ограждения целые, хищники не вылезают.
Это самое прекрасное. Все, это поставили на ремонт. У нас мертво только одно животное. Но это, скорее всего, дилтозавр опять кого-то сожрал в главном вольере. Это, скорее всего, опять дилтозавр кого-то сожрал. Так что проблем с этим я не наблюдаю. И учитывая, что у нас обесточена та самая часть всего этого дела, та самая часть, я, скорее всего, полагаю, что нужно начать уже перестраивать весь этот сектор по полной. Ибо реально у нас теперь ресурсный... То есть... Зараза! Да гони ты, идиот! Нас слово награжи, значит, кто-то выбрался. Ой, зараза. Так, вертолет Оса. Добавить задачу. Так. Подтверждаю задание. Без проблем. Отлично. Так, что там у нас с энергообеспечением? Так, вот это я возьму сейчас под свое управление. И здесь починю с другой стороны. Хорошо, что рейнджеры рядом здесь. Так. Управление транспортом. У кому он угрожает? Одиночество. Ему одиноко. А вы-то что бежите? Он задавил четверых. Ну, красота. Из-за своей одиночества. Из-за своего одиночества он тут всех убивает. Тоже мне динозавры нашлись. Но, с другой стороны, это объясняет, почему вот здесь лучше, конечно, ставить эту вагонетку. Походу придется все это дело О, нет, нет. Добавляю в список. Так, ладно. Добавить задачу, чинить. Ремонтная бригада выдвигается. Другая, добавить задачу, кормить. Так, отлично. Третья задача. Получен запрос на сбор активов. Только ты что, издеваешься? Это что за шантаж такой? Почему не чинится? Ну-ка, чинись! Я чиню не просто так тебя. Ну-ка. Внимание, нападение на транспорт рейнджеров. Вот так вот поставим. Оно просто пытается биться здесь. Так, служба перевозок. Раз он сюда летит, значит, он разобрался с задачей.
Так. Требуется забрать актив. Это вот самые такие капризные, к сожалению. Они, к сожалению, самые такие капризные. Так, управлять транспортом. Внимание, нападение на транспорт рейнджера. Да какой транспорт? Двигай задницей. Выполнение припасов завершено. Надо чинить ограждение. Давай, едь! Хоть что-то укрепили, это хорошо. Так, вертолет добавит задачу. Усыпить этого. Тебя. Сюда, опять же, в общую стаю. Надо их просто сплотить, чтобы все было хорошо. Добавить задачу. Без проблем. Перемонтировать стену. Все ясно. Отменить, отменить. Отмена. Они встретились. Все четверо сошлись. Все, я вижу. Общительность только у них сейчас пока не пониженная. Ну ладно. Этого сейчас перевезут. Остальные трое сошлись. Сейчас последнего перевезут к ним. Все будет хорошо. Тут еще двое. Да-да-да, все. Сейчас у них все наладится. Красота. Возвращайся до... Займитесь этим контрактом. Это пойдет нам на пользу. Ладно, это пусть будет, с этим не спорю. Это хорошо. Кто бы отказался получить побольше, да чего угодно, верно? Да. Денег, например. Надеюсь, этот контракт того стоит. Конечно, он стоит. Все чего-то стоит в этом мире. Так что успокойтесь, все хорошо. Подтверждаю доставку актива. Так. А где у меня вот этот вот аттракцион-то? Пастбище, как он там называется. Или он у меня не здесь стоит? Тут у меня только смотровые вышки везде. Слушайте, походу, да. У меня только смотровые вышки, а почему так? Так, это нелогично. Я, знаете, что сейчас сделаю? Инфраструктурку добавлю. Так. Потому что сферы надо добавлять вот эти вот. Они полезны, они удобны. Так. Тут не очень удобно, вот получается, все это дело ставить. Ну, я одну уберу тогда. Не сильно такой уж размах большой выходит из всего, из-за всего вот этого дела. Тут прям вот идеальный.
Так, ладно, потом, если что, стабилизируем все это дело, всю эту местность. Да никаких переходов тут мне не надо. Так. Это мы большие поставим, но позже. Так. И вот эти тоже удалим. Все. Теперь по поводу еды. О, значит, сейчас переставим. Вот здесь я удалял. Вот теперь тебя. Вот так вот. И сюда побольше еды. По лесам, в принципе, все хорошо. Подождите. Так, служба вертолета ОСА. Добавить задачу. Добавляю задание. Я избавляюсь от этих вот заразин. Назначаю дополнительное задание. Так. С этими еще более-менее неплохо. Они идут к этому. То есть они, понимаете, они как-то какие-то тут недружные, и в одинок, и в одинок, и мы хотим быть стаей, мы хотим быть главным везде. Они просто не понимают, что хотят. Просто не понимают. И это большая проблема. Дамы и господа, экскурсия на нашем гироспире точно запомнится вам на всю жизнь. Это точно, экскурсия на всю жизнь. Надо выжимать все возможные соки. Так. Подбираю актив. Что со вторым? Служба перевозок, давайте мне сюда. И давайте сразу, пока все относительно здесь наладилось, добудем-ка все каменелости. Нодозавр. Нодозавр. Родий. Чунгизозавр. Чунгизозавр. Мне нужен хуинозавр. Кстати, на что-то появилось. Вот это дополнительное исследование. Это любопытно. Интенсивная регенерация 3. Беру. Пусть будет. Ну, лишняя прокачка никогда не повредит. Никогда. Никогда не повредит. Уже с вами 30 минут. Но, в принципе, я планирую сегодня 45 минут делать запись. Там, правда, вспышка болезни надо делать. Ну, не делать, а избавляться от болезни не сильно. Цератозавр надо еще. Так. Ладно, сейчас разберемся. Добавить задачку. Так, где вспышка у нас еще одна? Так. Кормить, 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 кормить. Задание получено. Столько кормушек съедать. Кошмар. Так, все. Вторая команда. На починку.
Надо, конечно, бы их всех зациклить в каком-нибудь одном небольшом ларьке, и все было бы нормально. Кстати, наш голенимчик-то готов. Выпустим и выполняем задание. Вы, кстати, заметили, что здесь, по сути, никогда не бывает дня. Дамы и господа, рады сообщить, что парк достаточно. Больные динозавры не обнаружены. Я не понял, а что там с нашим-то... Контракты нас кормят и поят. А кому не хочется урвать лишний кусок? Не-не-не-не-не, у меня уже один твой контрактик есть. Мне нужно прокачивать доктора. Тот же самый контракт. Я не совсем понимаю. Как одно влияние... как... Вроде бы... Контракты продвигают исследования. Исследования — это... фундамент мира юрского периода. Нет, это понятное дело. Ну это... надо же, что это у нас? Неужели контракт? Да, неужели исследование? Так, экспедиция завершилась. Экспедиция завершилась. Центрозавр, центрозавр. Наконец-то хуенозавр поехал у нас. Наконец-то хуенозавр. Хуенозаврик как едет к нам. Ну, центрозавр все равно тоже нужен, пусть будет. Лишним никогда не будет. Так, что до прибыли? Тут она, видимо, по нарастающей просто идет. То есть это уровень дохода в минуту. А, ну да, это уровень дохода в минутку. Так, подождите, а почему у меня здесь? Побольше, побольше, прям выжимаем все соки. Во. Так, одну наладили. Где у нас еще зона питания и еды? Так. Надо выжимать как можно больше. По-моему, с этим заданием, думаю, не справимся. Мы, конечно, могли бы добыть себе прибыль до миллиона, технически, теоретически. Так, все. Служба перевозок ОСА. Похоже, вы правда никогда не сдаетесь. Нам нужно больше таких, как вы. Есть еще какой-нибудь идиот? Так. Перенаселенность у них популяция. Отлично, мы как раз сейчас это подправим. Так. И давайте еще один контракт с ней. Этот мне нравится. Думаю, понравится и вам. У меня с убежищами уже все прекрасно. Насколько, по крайней мере, я помню. Так, вывести, вывести, продать, вывести, вывести, извлечь, 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 извлечь и продать. Так, ладно. Что же нам тут еще надо? Так, ну этого сейчас усыпят. Добавить задачку. Запрос получен. Выполняю ремонт. Молодец. Потом покормишь кормушечки. Назначаю дополнительное задание.
Так, ладно, с этим более-менее относительно разобрались. Но этому комфортно. На удивление, Гальмиум комфортно в одиночестве. Так, этого продадим. Выдвигаюсь на сбор актива. Но здесь как бы в час. Достичь уровень покрытия убежища 90. Подождите, мне убежища еще не хватает? Да ладно. Ладно, давайте смотреть, где мы еще можем поставить одно убежище. Правда, не знаю где. Давайте узнавать, где можем. Реально, просто самому уже стало интересно, где можно поставить. А в чем выйдет? Наверное, вот этого места уже достаточно хватит. Но я еще сейчас поищу местечко. Где можно было бы теории поставить. По факту, конечно, мест полно, но... С этим прям проблемы. Ограничение рельефа, ограничение строительства. Просто за ограничения они все идут, идут и идут. Прям всю площадь покрываем. Этому комфортно. Этому тоже. Вот в этой зоне всем комфортно, всем хорошо и спокойно. Что с этими? Общительность у них предельно на уровне, популяция тоже. То есть, наконец-то они удовлетворены по полной. Это меня радует. Это радует. То есть, мы наконец-то нашли им баланс. Так. Сейчас закончится стройка этого убежища. И там. А там уже закончилось. Давайте заканчивайте и говорите, что я уже добился 90% и выполнил все задания. Потому что реально, задания здесь нужны. Это новый каменец, новые динозавры. Это новое все. То есть... Не зафиксировали? Ну ладно. Где еще можно? Точнее, где еще нужно, я бы сказал, поставить. Вот, здесь поставим. Ну, как раз еще местечко есть одно. Так. Да, вот это я сношу. Так. А тут, кстати, вот эта зона-то, она под станцией прямо все снабжает. Я ваша должница, и я этого не забуду. Ой, да ладно. И выполнили еще одно задание. Награда за репутацию. Обновление. Отлично. Все, с этим разобрались. С этим сектором мы разобрались по полной. Это сейчас прокачается 3 минутки, а давайте пока оно там прокачивается, мы посмотрим, куда бы нам еще отправиться. Это Исла Пена. У нас осталось, да? По сути, да. Но мы сейчас... Подождите. То есть... Завершено. Подождите, а я выполнил квесты по Исла Пене? Нет, не выполнил. Вот у нее как раз таки задача еще осталась. Выведи... Значит. Отлично. Как вам известно, динозавры делятся на травоядных и плотоядных. Травоядные, как правило, более спокойные и послушные. Угу. С плотоядными в этом плане не так просто.
Поэтому нам нужно расселить их по отдельным загонам. Ну, я думаю, у нас будет все нормально, даже если мы сейчас будем выращивать. Потому что Деодих один, Мерикантозавр. В принципе, не проблема. Так, нужно 85% генома. Сначала мы должны вырастить новых динозавров, а затем расселить их. Отличить их друг от друга будет несложно. Полезный совет. Тот, что попытается откусить вам руку, не травоядный. Ой, Малкольм. Малкольм мне нравится. Ладно. Тот, что попытается откусить мне руку. Мерикантозавр, кстати, надо прокачать до 85%. То есть геном нужно сейчас еще добывать. Давайте тогда с вами, знаете, как сделаем сейчас? Мы добудем... Вот сейчас в экспедициях все геномы, а все остальное, а потом мы будем уже в следующем, в следующей записи все это дело добывать. То есть Мерикантозавр, где-то он вот здесь был, я помню. Или вот здесь, а, я по-моему, вот здесь он был. Да, вот он, Мерикантозавр, это раз. Глимим, у меня уже 87. Ну пусть еще, конечно. Подождите, а что там еще надо для квеста? Для квеста что еще надо? Космозавр и Деоних. Тоже 85%. Вот. Смотрим, куда отправить еще одну экспедицию. Космозавр, космозавр и Деоних. Деоних нам нужен, хищник. 85%. То есть... Это все необходимо. О, у нас исследование завершено. Карнотавр. Неплохо. Где у нас он открылся? Вот. Все в Южной Америке. Но это новые динозавры, я их трогать не буду. Кентрозавр еще один появился. Хорошо. Австралия недоступна. Глубокая Сибирь тоже недоступна. Россия. Забавно, интересно, что у нас в России обитает в плане динозавров? Чисто ли любопытно? Всегда было любопытно. Требуется больше экспедиционных центров. То есть нужно еще цератозавров поставить, да, парочку экспедиций. Ну, в принципе, я не против-то. Чем больше центров, но это надо уже, знаете, на Сорно, наверное, делать. Эту зону. Все это дело надо делать на Сорно. Пока что, в принципе, технически мы можем сейчас начать выполнять, конечно, ее квест. Но мы сейчас просто подготовим почву. Сейчас просто будем подготавливать почву. Почему? Потому что нужно будет сделать намного больше, чем нам кажется. Космозавра давайте сразу поищем. Хасма. У нас вообще он на 63. То есть, видите, текущий геном 63. То есть... Сразу отправляю сюда. То есть, чтобы они без дела не сидели. Надо будет еще отправить еще за одним хасмозавром. То есть, извлечь. Извлечь. Продать. Продать. В принципе, надо бы еще мерикантозавра полностью изучить. О, как раз что-то пришло. Деоних. Этих ДНК, в принципе, хватает на него. Так, смотрим. Хасмозавр. Вот здесь еще один есть. Сейчас на хасмозавра идем. Сейчас на хасмозавра. Чем больше на хасмозавра, тем лучше. Ну, в принципе, уже 45 минут. Давайте сейчас добудем как раз-таки хасмозавра. Критик финансов. А что там такое не так? Так. Кстати, а что нам дает вот эта вот награда? Задание. Тундра. Ген. Кентрозавр, гидро... Ну, тундра. Кстати, в принципе, это... Задание будет провально, если один из динозавров, необходимых для его выполнения, погибнет. А-а-а. Слушайте, мне тогда, в принципе, надо бы, конечно, весь загон пустошить. Ну, ладно, это уже проблемы будущего меня. Сейчас нужно просто подготовить почву. То есть,
набрать все 85%. Да, сегодня не совсем такой уж, ну, полноценный, я бы сказал бы, ну, полноценное прохождение. Потому что сейчас мы просто прокачиваемся. Чисто фарм генома. Но с другой стороны, это как бы подготовка. Мы знаем, какое сейчас задание впереди. Мы его уже активировали. Нам осталось просто это все собрать. Готовы к новому испытанию? Так, буду... вам точно. Отстань от меня, не буду модифицировать эмбрионикса. Совсем уже спятил. Опять же, Деоник еще не раскочкарился целиком. Так. Анкилозавр. Сейчас вторая экспедиция придет. Надо снова за хосмозавром. Нам нужен хосмозавр. В принципе, мы сейчас же все... Давайте. Давайте, палеонтологи, возвращайтесь. Во! Давайте вот сюда отправим ее. Думаю, нам как раз здесь хватит. Ну, просто потому, что хосмозавр вот прям вот здесь вот. Он самый маленький. Критозавр у нас практически прокачан. Даже если не прокачан, мы сейчас его прокачаем. Это вообще будет прекрасно. Так. Вот, даже здесь есть хосмозавр. Прекрасно. Ну, то есть, в принципе, у нас неплохие доходы, задания впереди. Так, пока что у нас все идет, добывается. Давайте посмотрим, куда мы еще можем все это дело втиснуть. Так. Исла Муэрта Восток пока не трогаем. Исла Матасерас. Задание здесь. Дракарекс. Это штормовая станция. Это все сделано. По контрактам. Ну как, тут как бы все еще в процессе. Ну ладно. Слетаем просто, чтобы посмотреть. Хотя тут, в принципе, как бы главные задания, они завершены. На Сорну мы еще не были. На Нубларе, ну... Мы как бы там начали строиться, но там пока еще делать особо нечего. Это уже будет песочница. Там его еще выращивать и выращивать. Деоник у нас практически добился. Ну, 3-3 это уже 100% победа. Поэтому давайте за хосмозавром опять отправляемся. Сейчас второй еще прибудет эшелончик. Хосмозавра прокачиваем, и можно жить спокойно. Хосмозавр Деоних у нас есть. Мериконтозавр. У нас 82. 82. Можно сразу же за ним отправить. Так. Экспедиция завершилась. Это Струтиарим продать. Ну просто Струтиарим-то мне не нужен. Критозавр не нужен продать. Вот с космозавром прямо настоящие проблемы. Так. Слежу за пополнением кормушки. Прям беда с этими кормушками какая-то. Назначаю дополнительное задание. Что это за звук такой сейчас был? Кстати, я, знаете, что сейчас заметил? Я почему-то вижу только одного Галимима, а второго нет. А в этом вольере их должно быть два. Неужели хищник его сожрал? Мериконтозавр его сожрал. Это кошмар. Ну, с другой стороны, покормили. Уложили спать. Все хорошо. У этих с популяцией все прекрасно. Вообще красота.
подхожу к кормушке. Так. Подтверждаю задание. Добавляю задание. Отлично, экспедиция вернулась. В общем, сейчас пока все хорошо и спокойно. Это меня прямо успокаивает. Какой мне эдмонтозавр? Мне хосмозавр дайте. Вот не хотят давать мне хосмозавр вообще. Вот метриакантозавр прям прокачался неплохо. А все остальное прямо не хочет качаться вообще. Можешь найти по зону, где не так много хосмозавра. Да уж, мы сейчас прямо все геномы прокачаем. Но с другой стороны, это не... Подождите, сколько у меня хосмозавр-то сейчас? А, 66, но это ни о чем. Надо 85. Просто потому что у нас по заданию нужен геном. Видите, вывести и выпустить динозавра с 80% генома. 4 големима, 2 хосмозавра. Теоник и метриакантозавр — это уже хищники. То есть сначала надо хищников произвести, а потом уже как раз таки... Я в принципе... Если продать сейчас парочку динозавров в одном вольере, а хищников выпустить в другом, в принципе, тогда можно спокойно сейчас жить. То есть, пока деньжат особо-то не накопило нам на массовую перестройку, потому что, чтобы массово здесь все перестраивать, нужно не меньше 100 миллионов. Пока они еще тут в этой игре копятся. Слушайте, в принципе, мы уже должны сейчас как бы заканчивать... Ну ладно, посмотрим. Если сейчас вот получим все необходимый материал, то прекрасно. Потому что уже 52 минуты играем. Вот еще по минуточке ждем. Получаем, прокачиваем, вытаскиваем все это дело. Сохраняемся, ну, как говорится, заканчиваем. Просто потому что уже реально, я вот записываю сейчас глубокой ночи уже все это дело. У вас это будет утречко. А мне еще на монтаж все это дело ставить. И на сведение звука. Ладно, давай, игра, давай быстрее. Я, ребят, реально, ну... Мне реально вот все это дело нравится, но, как говорится, нужно соблюдать режим. Нужен режим. О, наконец-то. Этого хосмозавра очень как-то маловато. Реально, его очень маловато. О, зато хоть критозавр у нас теперь полностью прокачанный. Прямо отправляем за хосмозавром. Нам нужен хосмозавр. Кстати, подождите-ка. У нас же есть какие-то улучшения для этих центров, так ведь? Может, я их не улучшил до конца? Давайте не будем спорить из-за мелочей. Ну, в целом, это отличный контракт. Не спорю. Контракт. Скорость раскопок. Давайте я поставлю результативность еще хотя бы одну. Да. Центр окаменелостей. Люди боятся всего непонятного. Но эти острова и живущие на них динозавры могут превратить этот страх во что-то иное. То есть? Может быть, в надежду? И чем больше людей здесь окажется, тем лучше. А это к задачке вот этой. Ну ладно, ребят, давайте заканчивать уже реально. Уже 55 минут играем. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее прохождение, ребят. Если да, лайк, комментарий, подписка на канал, а также подписка в группе Дискорде, ВКонтакте, на Devin Art. Ссылочки все найдете в описании. Ну, а сегодня мы с вами продолжаем на... Еще один картозавр, ну вообще красота. Ну, а сегодня мы с вами заканчиваем наше прохождение парка юрского периода. Следующее видео будет тоже завтра утром.
Всем хорошего вечера. Научный процесс состоит не только из экспериментов. Необходимо вести наблюдение. Это... И мне нравится то, что я вижу. Большое спасибо. Большое спасибо. Что ж, ребят, еще раз. Меня тут перебил как раз-таки наша Джакарта. Всем хорошего вечера. Утро. Всем хорошего утра. У меня вечер, у вас утро. Всем хорошего утра. Приятного настроения. Всем всем, как говорится, хорошего рабочего дня. Дамы и господа, в связи с уточнением прогноза погоды, объявлено штормовое предупреждение. Вот хочется прям попрощаться, и то шторм, то что-то еще. Ладно, всем удачи, всем хорошего настроения, и всем пока, еще увидимся!